Всем привет! Продолжаем рассматривать картины. Вот описание картины Веласкеса «Карлик Дон Диего де Аседо». Холст масла 107/82. Этот портрет издавна считается изображением Дон Диего де Аседо, написанный Веласкесом в 1644 году близ Сарагосы, куда художник сопровождал короля во время военной кампании. Дон Диего де Аседо фигурирует в документах два раз с 1635 года до своей смерти 1660 года. Прозванный Эль Примо, двоюродный брат, он обязан быть, может, тому, что был двоюродным братом Дона Хуана де Аседо и Веласкеса, рыцаря ордена Сан-Хуана, находившегося на службе у инфанта Фернандо. Брата короля Веласкес изображает карлика сидящим, чтобы скрыть его маленький рост. Диего де Аседо окружен книгами, которые намекают на его административные обязанности в секретариате королевской печати. Серьезное, немного грустное лицо передано художником с глубокой человечностью, которая роднит между собой все образы карликов, умалишенных и шутов, запечатленных Веласкесом. Фигура заключена в пейзаж, напоминающий своим серовато-голубыми тонами окрестности Мадрида. Но это только фон, на котором показан персонаж. Эль Прима выделен глубоким черным цветом одежды и сильным лучом света, оживляющим лицо и подчеркивающим великолепные детали натюрморта, образованного книгами и чернильницей. Вот такое описание картины Веласкеса «Карлик Дон Диего де Аседо». Вот, узнали что-то новое. Пока-пока, до свидания.